Всем привет, ребята, вы снова на моем канале, и сегодня я буду снимать новое видео. И по названию этого ролика вы уже знаете, что это будет. Кто из нас лучше знает друг друга? Очень запутанное, но правила очень легкие. Короче, и когда я буду задавать вопрос, Индира будет вот тут вот писать свое предположение, а я буду писать правильный ответ. Когда Индира будет задавать вопрос, я буду писать правильный, ну, то есть я буду писать предположение, а Индира будет писать правильный ответ. Если же вы по моим объяснениям не поняли, надеюсь, по ходу дела вы точно поймете. Кстати, мы не знаем, что это будет за вопрос, потому что, как и вы, мы будем слышать их первый раз. Ну, поэтому, надеюсь, вам будет интересно, надеюсь, вы оцените это видео лайком и подпиской на мой канал. Слишком долго я уже болтаю, начинаем. Так, ребята, решаем, кто первый будет задавать вопрос. Нет, твой канал, ты первая. Ну, окей. Кстати, ребята, я не записывала эти вопросы в телефон, так как знала, что может быть интересно прочитать. Поэтому я записала это вот в такой вот мой блокнотик. Кстати, я хочу показать вам мой блокнотик, хотя это интересно, но вот, смотрите. Какая моя самая вредная привычка? Так, давай, 5 секунд. Раз, два, три, четыре, нет, давай 10. Я уже записала. Ребята, кстати, 5 секунд дается, чтобы подумать, чтобы записать намного больше. Ну что, показываем. У меня хрустеть пальцами. Потому что я просто обожаю вот так вот. Ну я тоже. Не делаю сейчас. Это моя самая вредная. Мой вопрос. Какой мультик я люблю? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, показываем. Раз, два, три. Фиксики. У меня Барбоскины фиксики. Ну, угадала. Ну да. Блин, погнали. Погнали дальше. Так, дальше мой вопрос. Что бы я хотела изменить в своей внешности? Подумай. Я уже готова. Показываем на раз. Раз, два, три. Нос? У меня с носом все нормально. Брекеты. Я очень хочу себе брекеты. Да. Теперь вопрос Индиры. Пока что счет 1-0. Мой вопрос. Каким видом спорта я хочу заниматься? Каким видом спорта ты хочешь заниматься? Легкотня. Я готова? Готова. Раз, два, три. Бокс. Ну, конечно же. 2-0. Кстати, ребята, тот, кто проиграет, ему наказание. Третий вопрос. В какие кружки я ходила в школе? В школе. Ну, если хочешь, можно писать вообще кружки, которые я вообще ходила. Я думаю, ну не так. Так, я скажу тебе, что их всего 4. А, 4, я только 2 написала. Ну ладно, да. Показываем на раз, так. Раз, два, три. DIY, ну, мы на этом кружке делали всякие такие подделки. Английский. Английский у меня так написан. Вокал и танцы. Танцы и английский. Ну, мне кажется, зачитывается. Конечно. 2-1. Индийский вопрос. Давай. Смотри, слушай, то есть. Смотри. Какую программу я люблю смотреть?
смысле, какую программу ты любишь смотреть? Коромыслие. Не, подожди, ты неправильно задала вопрос. Какую программу? Может, в какой программе ты любишь сидеть? Ну... Ну, окей. Какая разница? Раз, два, три. Ты что написала? Лучше всех. Лайки и ютуб. Нет. А, я поняла. Все. Блин, я так туплю иногда. Ну ладно. Так, счет также 2-1. Четвертый вопрос вроде, да? Да. Мой четвертый вопрос. Какую комнату я себе хочу? Опиши, какую комнату бы я хотела себе. Легко. Так. Раз, два, три. Скажи. Черно-розовый тенор. Да, правильно, я хочу себе какую-то в черно-розовых таких тонах, оттенках. Так, засчитывается Индире балл. И у нас 2-2. Едем дальше. Мой вопрос. В какую страну я хочу поехать? Раз, два, три. Дубай и Париж. Ты что написала? Францию? Ну, Париж и Франция, да. Это одно и то же. Блин. Я думала, что ты что-то другое напишешь. 3-2. Теперь я буду задавать вопрос. Так, что меня мотивирует? Чего? Ну, типа... Продолжать дальше, снимать видео. Что меня мотивирует именно? Не знаю. А! Я уже написала. Раз, два, три. Что ты? Не знаю. Все блогеры меня мотивируют. Да, это очень странно, но да. Все блогеры меня мотивируют. Теперь последний вопрос Индиры. Мой вопрос последний. Какой язык я хочу знать? Сейчас мы... Я написала. Как-то вот так там надо было. Короче. Давай. Раз, два, три. Английский, французский, немецкий. В смысле? Я хочу знать турецкий. Ты же и так его знаешь. Даже не полностью знаю. Зачем тебе знать турецкий? Так, и у нас два, три. Или один, три, не знаю. Два, три. Короче, ребята, мы уже вышли. И сейчас Индира будет выполнять свое задание. Это, конечно... Блин, зачем мы вышли? Короче, это задание, конечно же, облиться водой. Знаю, что очень банальное, но при этом такое нормальное. Сумасшедшая. Ну, мы вместе придумывали задание. Нам же это как там. Блин, не очень жарко. Ну и что, лето же.
Индира, давай. Раз, два, три. Давай. Поставьте лайк. Да, поставьте, поддержите Индиру лайком. Давай. Давай. Ты такая красивая. Ну, молодец. Дай пять. Да, ребят, пишите в комментариях, хотите ли вы вторую часть намного такими сложными, жесткими вопросами. Ладно, короче, я не велика. Ребята, всем пока-пока. Если же вам понравилось это видео, обязательно оцените его лайком и подпиской на мой канал, потому что Индира реально страдала. Она облилась водой, хотя сейчас ветер. Ну, короче, надеюсь, вы оцените наши старания. А подпишитесь на мой канал, оцените лайком. Всем пока-пока. Миру мир!